Место встречи – парк челюскинцев. Именно эту точку на карте Минска определили для своих клиентов торговцы на свае. Этих ребят накануне задержали бойцы наркоконтроля. Молодые люди, а это жители Пинска, пытались продавать жевательный табак. При себе у коммерсантов нашлось 65 пакетиков и деньги – 4,5 миллиона рублей. Оперативники утверждают, что средства получены от реализации на свае. Табак отправлен на экспертизу. Гостей столицы привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.